Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, решил на досуге объехать мир. «Отлично!» — воскликнула дочь его Сьюзи. «Давай побываем в Советском Союзе. Мы будем питаться зернистой икрой, живую ловить лососину, кататься на тройке над Волгой рекой и бегать в колхоз по малину». «Мой друг, у тебя удивительный вкус», — сказал ей отец за обедом. «Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам, поедем в Неаполь, поедем в Багдад. Но дочка сказала, хочу в Ленинград. А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка».